Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в Angry Birds 2. Так, тут этот птенец голодает, но... Да как-то пофиг на него. Так, давайте я возьму сундучок. Ну, нормально. Окей. Ой, яблочко дали. Так, давайте тут сыграем, на этажах, на этих. О, перчик. Кристаллы. Перья. Еще десяточка. О, какую-то шляпу. Чудную выбрали. И, собственно, на этом я ухожу отсюда. Вот, неплохо. Нормально, пойдет. Так, давайте тут вот, наверное, вот эту шнягу поставим на разблокировку, да? Окей. Так, что еще, что еще? Ну и все, поехали уровни. Поехали уровни проходить. Так, а у нас тут сложный, да? У нас тут сложный уровень, мы не прошли. У нас, по-моему, жизни кончились. В прошлый раз. Это плохо. Что у нас жизни кончились в прошлый раз? Опа, опа! Опа, ребята, это страйк. Вот это сейчас четко было. Вот это сейчас повезло нам. Так, тут, мне кажется, надо закидывать. Как-то вот так вот. А теперь... Пока этот хрен еще там висит. Ай, блин, а мелкие выжили. Блин, была бы бомбарда сразу. Я бы бомбарду бы закинул, конечно, а так. Фигово. Так фиговенько получилось, конечно. Так, давай. Эх, чё ж так слабенько-то жахнулось. Ну-ну-ну-ну-ну. Эх. Ой, у нас уточки откуда-то есть. Уточки, это неплохо. Да ну блин, ну как этот-то выжил? Ну-ну-ну-ну-ну, блин. Ну собака. Говнюк ты мелкий. Да блядь. А? Вот падла. Слушайте, а как же тут? Тут, наверное, как-то вот так вот надо. Вообще хрень. Вообще хрень получилось. Получите. Так. Слушайте, вот тут, наверное, надо уточек юзать. В принципе, есть варик сделать страйк. Слушайте, что-то Angry Birds слагает. Надо будет переспустить. Или блюстак, или после серии, или что. Или игру. Что-то они как-то подлагивают сегодня. Странно. Так, ну и последний этап. Последний этап. Я думаю, нужно начинать с задувки.
Вообще ничего не задуло. Вот же хрень, а. На тебе, говнюки. Ой, еще одну эту дали. Ништяк. Во. Слушайте, ну мы прошли этот уровень. Отлично. Вот, в прошлый раз у нас не получилось, а сейчас норм. Сейчас норм. Ой, 240 перьев. Блин, надо в конце серии, ну, распаковывать вот этих птиц. Потому что на... то, что на них там перья собираются, мне как-то не особо важно. Так, а что тут по этапам? А тут 5 этапов. Вот, я бы хотел, чтобы перья собирались на наши стандартные птицы. Я думаю, это будет более логично. Слушайте, Эндрипер что-то лагает. Да что с тобой такое? Или Блюстаксы? Хрень какая-то. Фиг его знает, короче. Да ну ёптить! Как ты так пролетел, а? А ну? А ну? Ну давай! Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай, ну есть! Есть же, есть! Убили мелкосвинов. Большая все-таки затащила. Так, что мы можем предпринять тут? В принципе, эта вся конструкция может легко обрушиться. Если сделать вот так. Ой, и поэтому в ведре залетело. Все получилось даже лучше, чем я думал, это страйк. Так, что у нас тут? Тут можно, в принципе, и насосик неплохо завязать, я думаю. Много мелких свинотов. Блин, ну вот вообще, вот тут вот ничего не надул. Нужно-то было одного любого, и тут, блин, ничего не рухнуло. Фигово. Фигово залетело. Надо было так вот сразу, наверное, делать. А я пожать. Да блин, ну какого черта, ну? Да как ты там так выжил? А ну, ничего не прилетит, да? Ты зараза. На тебе, яблочко. Ну ладно, ничего страшного. Птицы еще есть, в принципе. Ну, так. Так, и что туда закинем? Бомбарду жалеем. Сучка! Ну какого черта? Я, честно говоря, хотел его зацепить, но так, чтобы бомбарда дальше полетела. Она прям затормозила. Ну, чё он улетел? Тварь такая. Можно было рискнуть задувкой, но... я решил наверняка. Тем более... что последний этап достаточно простой. На первый взгляд, хотя. Не, опять этот говнюк. Но он тут не выживет. Нормально. Давайте вот этих обрушим. Так, у нас тут остался один свин. Ну, чё там? Вопрос, как грамотно его сломать. Я думаю, нужно яичком кинуть на батут. Сама, чтобы птичка отлетела. Обила доску. Вот так вот.
особых вариантов, потому что с ней не было. Моя ручка. Так, поехали дальше. Ой-ой-ой. Так, сейчас показали какую-то... ну где? Рекламку про игру Пиратов Карибского моря. Ну все лучше, чем до этого было. До этого там реклама казино какого-то была. Так, поехали дальше. Пока что хорошо идем, я вам хочу сказать. Блин, как-то подлагивают птички сегодня. Не знаю почему. Эх, еще вот в этого прилетело. Эх, а как же тут? Так, ладно. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ладно, давайте попробуем рискнуть. Вряд ли она так прилетит, как я хочу. Ну да. Сомневался. Ладно, там сейчас синий забросим. ТТшка все взорвется. Надо было, может, сразу так начать. Что-нибудь делать. Да. Ну, у меня синих не было. Ладно. Были бы синие, я бы, наверное, так и сделал. Так, тут можно пробить все дело. Ай-яй-яй, да ты хочешь сказать, ты устоишь? Бля, вы прикиньте. А ну! Блин! Пойди налево. Эх, сейчас бы задулочку. Нам нужно ее как-то толкать, эту конструкцию. Да блин, ну и Мака! А не, Мак умер тоже. Я думаю, могу. Так, уток дали. Утки это хорошо. Блин, я вот думаю, не сыграть ли мне тут насосик? Но боюсь, он плохо сыграет. Ну ладно, давайте. Ну, ТНТшка. ТНТшка! ТНТшка сработала, но вот этот говнюк выжил. К сожалению. Ему придется тратить отдельную птицу. Отдельную птицу на одного говнюка. Так, что у нас тут? Тут, в принципе, можно стрейкануть. Если хорошо забросить бомбарду. Так, наверное. Но этот не выйдет, да. Отлично, это страйк. Так, ну и что мы имеем на последний раунд? Имеем уток, я предлагаю с них начать. Пускай нам будет беспорядки. Слушайте, они, может быть, страйкаем? Нет? Ну за малым тут не страйк, ребят, на самом деле. Одного свина не добили. Ничего страшного. Но это тоже изи левел. Изи левел. Ну, еще одно яблочко дали. Еще одно яблоко. Так, поехали дальше. Тут у нас сложный уровень. Сложный. Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Эх, вот эта конструкция устояла. А чё туда закинуть? Бомбарду жалко. Блин.
Ладно, давай ты. Так, тут, мне кажется, тут начинать надо вот с этого. Фокусник сидит. Да, он ТП наверх. Правда, он все равно умер, но... Тем не менее. Так, а вот тут, мне кажется, надо попробовать задуть. Ай, блин, я не нажал! Я тупой, а... Я тупо не успел прожать. Фака. Задул, блин. Ну это фейл. Это фейл, ребята. Ой, еще и там говнюк выжил. Да идите нафиг, а. С таким этим. Давайте я лучше еще раз нажму. Попробуем второй раз. Так, большая. Идеально зайдешь. Да ну как она так слабо-то влетела? Не, ну сейчас может она еще... Да-да-да-да-да-да-да. Да, это страйк. Морозку дали. Блин, не самый лучший бонус. Блин, ну как яйцо-то отлетело по такой траектории дурной? Я думал, яйцо сюда выпрыгнет. Так. Мак улетел далеко и надолго. Давайте с теми ногами что-то сделаем. Так, нормально. Мне кажется, нам как-то через пасовку играть между батутами. Давайте проверим, как оно тут работает. О, хочу, а что ты так это встала-то? Чего ж ты так слабенько пролетела? О! А ну! А ну, а ну, а ну, а ну! Есть! Чётко! Я уже хотел туда силу закинуть. Так, кстати, вот тут может быть мороз сильный заезжать. О, это страйк с мороза, слушайте, вот это вот четко, они все-таки, нет, они докрутили мороз, раньше он вообще как бы, он просто замораживал и все. Сейчас он еще, ну, немного сносит, как бы ветром. И тут реально появляется шанс. Так, а как же вот тут сделать? Блин, чувак, ты взлетел. Не хочешь же лететь, а? Вот за него придется отдельную птицу тратить. О, ну, нет, не спихнете там. Приходится вот так вот делать. Ладно, не страшно. У нас последний этап. Что мы имеем? Мы имеем, в принципе, все нормально. О, фокусник отлично.
туда просто закидываем большую, да и все. Большая делает. Что дело? Ну что, еще один уровень есть. У тебя нет друзей. Пофигу мне. Блин, опять. Так. Пустили рекламку. Что, поехали дальше? Очень хорошо, идем пока что. Пока что очень даже. 5-6 этапов. Так, мне кажется, надо большую закидывать. И она тут страйк будет. Да. Не надо жадничать, надо закидывать большую. Ништяк. Так, а как вот тут вот сделать лучше? Столкнуть с паутинкой. Кстати, можно. А, я чё так слабо-то? Ну, блин, я думал, она столкнет и обрушит хотя бы вот эту шнягу. А так вообще фигня получилась. Блин, и как мне подбираться к тому магу? Ну вот видели, что он сделал? Там еще и летун, блин. Ай, говнюк выжил. Собака. Да блять, ну сука! Чмошник. Хватит. Я, идите нахуй, а. Еще раз. Давайте еще раз. Ой, вот тут вот так назло. Теперь так страйк ни хрена не получится сделать. Я его делал большой. Придется как-то с яичком что-то мучить. Кто фиг знает как. Блять, ну вот так и знал, что ведь не успею. Ну ведь знал. Ну, в принципе, я не знаю, что нужно. Как можно страйкануть было. Нет тела там, жалко. А ты сучка, кондом. Та-да-да, блин, 6 этапов. Тут по 3 птицы на раунд тратим. Эх, а чё ж ты так улетаешь-то, а? И этот говнюк выжил, да ну вы посмотрите. Вообще трэш. Я, да вы издеваетесь, на него столько всего там упало. И этот говнюк выживет. Что тут у нас уже птиц нет? Две птицы на два этапа. Да еще и синенькая. Это практически полторы птицы, а не две. Ну, что я тут делаю? Не, ну кстати... Кстати, это страйк. Ой, перчик. Слушайте, а вот перчик может на самом деле. Какая тут конструкция? Блин, ну вот... Вообще хрен. Хотя...
Ну вот этот мелкий, ну какого хрена ты там выжил? Ну-ка, перчик, давай вот сюда. Ну, кстати, перчик нормально сделал. Сейчас мы с видео, в принципе, я получу птичку. И мы этого говняка убьем. Так. Я посмотрел видео, нам дали опять синенькую. Блин, самую кинулую. Она, кстати, здесь может не сыграть. Да. Ну нет, она пробила. Я боялся. Я боялся, что не пролетит, как я хочу. Так, поехали дальше. О, босс. Давайте босяку сыграем. Вот, не уверен, что мы ее пройдем на этом уровне, но хотя бы сыграем. Так, ну давай. О, большая. Чётенько залетела. Ну-ну-ну-ну-ну! Да ладно. Блять, и поэтому не попал, а. Ну ты сволочь. На шарике. Блин, кстати, вы видели, как он там лично свалился? Мог бы и того бы не прожить. Ну кто ж знал? Ладно. Так, начинать надо с фокусника. Блин, и там гандон выжил, а? Нет. Ну, есть. А чё, у нас карт нету на босса. Еще он этап надо пройти. Эх, не задело. Ну, может быть. Вот ничего не упало, серьезно, что ли? Ладно. Ну, давайте хоть посмотрим, что там этот босс из себя представляет. Понятно, что мы с одной птички его не пройдем, конечно же. Хотя кто знает. Не. Слушайте, с одной птички никак не пройдешь. Я вообще хрен его знает, как к ним подобраться. Это надо тут все расчистить. Вот так вот закинуть, чтобы птица сюда отлетела. Прям беда. Ну я себе. Так, ладно. Ладно, не получилось. Нет, смотреть не будем. Давайте попробуем еще разок. Я думаю, мы успеем. Успеем попробовать еще разок. Блин, ну птички теперь неудачные. Какого-то хрена. Меня выдали. Чё я сделал, а? Просто. Какую-то хрень сотворил. В моем представлении все было вообще не так. Так, большая. Полетела. Но большая управляется. А тут, я думаю, не надо жадничать. Ну! Падай, 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 падай.
Падают, 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 падают свиньи. Так, нормально. Полетели души. Давай. Ну! Давай-ка на батут. Ты что, птичка? А во. Есть. Еще. Ех, слабо. Слабо, слабо. Блин, вот эти говнюки на шариках приживут. Как же к ним закидывать? Ну и вот мелкий выжил, паскуда. А, можно вот через эту. Через эту желтенькой, да? Ты тело. Бляха, ну у нас опять птиц мало. Опять мало птиц. Вообще ничего. Что так накрепился, по-моему, жестко. Да ну идите нафиг, и тут говнюк выжил. Какого хрена он там выжил, а? Прям лагает Angry Birds, я не знаю, что это. Или что-то с эмулятором или что. Ну и что, опять у нас одна птица на босса, которого с одной птицы нереально. Бляха, хотя есть идея на самом деле. Бомбардой лопнуть вот этот шарик. Может он что-нибудь там как-нибудь соскочит. Есть. А ну, бейся. Да, ребята! Это страйк! Вы видели это? Ха-ха! Вот это я читернул. Блин, ну а чё? Чё он там спрятался такой, типа, недосягаемый? Слушайте, ну отлично, я прям рад, как мы прошли этого босса, я вообще не ожидал. Давайте возьмем свой сундучок. Блин, игра, чё ты так жестко лагаешь? Давай сундук. Как он лагает. Ладненько, друзья, давайте на этом этот выпуск закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте, ссылки есть в описании, ссылки были с данной игрой, также на остальные квесты будут в описании. Ну а с вами был Чумный Психиатр. Всем до встречи в следующих сериях. Всем пока.